Добрый день. Меня зовут Владимир Якушин. Я управляющий партнер закрытого акционерного общества «Бетон». Мы находимся в городе Мытищи и занимаемся сдачей имущества в аренду. Здание, сооружение, помещение. 3 года назад мы решили заняться строительством быстровозводимых ангаров из металлоконструкций. И при выборе утеплителя мы решили остановиться на утеплителе Тепофол. Нам он понравился тем, что он очень энергоэффективный, экологичный. Он позволяет нам осуществлять монтаж собственными силами. Также нам понравилось, что под параметры строящегося ангара производитель для нас изготавливает рулоны с тепофолом нужного нам размера. Монтаж чрезвычайно простой, позволяет избежать мостика холода. Вот, при правильном монтаже мы осуществляем строительство собственными силами и утепляем, в общем-то, совершенно не испытывая никаких сложностей. После постройки первого ангара и первой зимы мы убедились в том, что он энергоэффективный. Вот, арендаторы наши, которые взяли его в аренду, чрезвычайно довольны. Температурный режим соблюдается в самый суровый морозный день. В ангаре ниже 18 градусов температура не опускалась. Вот. За счет энергоэффективности мы серьезно экономим расходы на теплоноситель. Мы уже построили 4 ангара, сейчас строим еще один. Каждый раз выбираем Тепофол. Нам чрезвычайно удобно работать с производителем напрямую. Со своей стороны мы всем рекомендуем в качестве утепления использовать Тепофол. Спасибо за внимание.